Так, товарищи, всем привет. Это 17-й стрим по Ни на Куни. Он будет небольшим, будет по фарму, так что если кто смотрит основную сюжетку, я думаю, он сможет скипнуть спокойно этот стрим. Вот. И, собственно, не смотреть эту часть, потому что она будет сугубо... Ай-яй-яй-яй, чё ж так громко-то? Я надеюсь, кстати, меня выпустит из этого сейва. Потому что, честно говоря, мне не понравилось, как нас костыляли здесь. Здесь, кстати, в окрестностях, наверное, и погуляем. Чё-то игра вообще орёт. Наяда, злоплавлин. Эстер, вот наяду я давно хотел. Оливер взял и упал. Нифига себе, уточку ударила на страховник. Я думаю, скелет готов апнуться, да? Нет, скелет еще не апается. Марина, Океана, Приливе, Волнелла. Мне нравится Марина. Нормальное имя. А, он апнулся, господи. Апаемся потихоньку. Тихоня, Стеня, Рабката, Стесняша. Стесняша, конечно. Господи, а можно насморк уйдет? Вообще можно и вот так постримить, че? Скрываюсь. Свистуна лучше всего бить. Ну, промахивается. Нетный леденец. Сейчас, вот, кстати говоря, у нас есть говорящий камень, уроки жизни. Сейчас. Я хочу узнать побольше про кормление фамильяров.
Мало ли, когда они сыты, больше опыта получают. Ничего, справочник по существам нет. Об успехах. Лизей, степень выполнения заданий, успехи в алхимии, справочник по существам выполнен 3%. Спутник волшебника заполнен на 55. Я Бретера одного. Никому. А, это типа босса. У кого не живые? У Эстер же, по-моему, что-то там было такое. Блин, надо какие-то какую-то снарягу им придумать, потому что, ну, реально жопа какая-то. Планета. Значит, свет затмевает сияние Луны. Луна призрачный диск затмевает звезду в звездном небе дневного сути. Лучи не видны. Стороня. Клетка, метаморфоза. Я хочу связь с рубилка. Ладно, конфетки дадим. Еще одну шоколадную конфетку. Блин, ему точность нужна же будет. Та шоколадом кормить, это, конечно, очень
А это что, не увеличилась связь? Мороженку коту дадим. Смотрим, как оно. Чё б нет-то? Сытость максимальная. Чуть что, сразу максимальная сытость. Немножечко аж бесит. Стоп, а феи же у кого-то... Почитаемое. Ни у того, ни у другого героя предпочитаемых таких нету. И это основные как бы герои. А как тогда? Это рандомно что ли в начале игры определяется? Вот мне тоже вот это интересно. На каком основании там предпочтения меняются? Потому что герои-то одни и те же, ты их не выбираешь. Мне начали бояться. Пять человек, здравствуйте. Я же вижу, что пять человек. Скажите что-нибудь, не стесняйтесь. Кроме меня, жутончат. Разве что пять человек. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Да-да-да-да, их водой надо. Именно. Проблема в том, что до 30-го я качал Т2-шных просто пипец сколько времени, а... Т3-шных сейчас качать и... Блин, на фарме долговато получится. Надо понять, как все-таки это... А 26 уже падают мана-поинты эти. Мощно. Все-таки считаю, что у Свейна неправильный пул. У Эстер тоже неправильный пул, потому что... Я его создавал, а бы как? Но я не знаю, сейчас, блин, менять это. Вот это подходит у нее изначально. Это не подходит, это тоже не подходит. Турбанчик. Я совершенно не знаю, как опыт здесь сейчас сделать. Только сражаться, судя по всему. Надо хотя бы чуть-чуть подкачать, чтобы вот рубилка начал как бы хорош быть в защите. Котик-то ладно накачается сам по себе. Интересно, что это за корабли такие здесь. Них... По моему мнению, в них точно что-то должно быть.
Все равно вот больно по 17-23 больно. Шмяка робот. Давай-ка заканчивай. Солнечные... Ну еще леденцы фармятся, так что... Я бы не сказал, что фарм так сильно... Нам что-то вредит. Какой-то камушек. Вот тоже, видимо, сайт-квесты какие-то будут с этим связаны. Три злопавлина. Это очень плохо. Надо сразу это рубить. Нифига себе. Вы видели, что Эстер сделала? Молодец, Эстер. Ого. Надпись, интересно, что тут сказано. И просто Оливер забивает на это. Я бы даже на сканскую эту посмотрел, бы алфавит. Мне не было бы тяжело это сейчас делать. Углание. Мне еще кое-что интересно. Омагаска. А, еще будет такое, ага. Да. У меня нет странички о том материке. Прошу уклонения. Там шоколаду вообще походу не. Ну, давай уже. Сач, кажется, объелся. Окей. Путинг защита. На один? Оу. Это круто. Чуть-чуть. Блин, он не хочет. Блин, надо, конечно... всяких этих наготовить. У меня же нету ничего формулы припасов здесь в основном. Туник победителя. Щит победителя. Щит новохрюнца, железные алмазы. В
Слушайте, я хочу щит победителя посмотреть. Щит новохрунца. Вот он и есть. Привет, бригадир. Там же у них сытость. Да-да, я не обращаю внимания, что я их уже перекормил. Я видел, да, там слева прямо от сердечек. Довольствие. Я просто что дал? Кормить! Карусель на 31-м откроется. Чё-то я не знаю. Рубишки. Плавящий меч врезается во вражеские фланги, нанося огненный урон. Давайте протестируем. Вообще мне других надо. Мне вообще тут сейчас надо фармить и крафтить. Фармить и крафтить. Например, что мне надо, чтобы сделать какой-нибудь... Фруктовый пудинг, допустим, морозный. Сливочный пудинг. Два пудинга материал, но, видимо, это именно имеется в виду бобановый пудинг. Или нет, или обычный. По-моему, обычный. Снежинки, две банки жужжачьего меда. Надо бы крафтом заняться, надо бы. Ну, я так понимаю, там вот на все вот это белоснежное мороженое требуются какие-то снежинки. И сдается мне, что это вот той локации, которая по карте, вот, если вместо вебки карту представить, вот здесь находится. Вообще, кстати говоря, полно сказок нет. Ну, видимо, потом появится сюжет. Тут, я так понимаю, на Снежном острове еще один город будет. Так себе глаза ее не видел. А. Вот зимние острова. Правда, страничка, которую не доделал, но из-за того, что я не был там. Хотя по сюжету уже могу туда пойти, но на сегодняшний день решил посвятить казино и... Казино и... Блин, руби и жги против них будет плохо. Казино и фарму, потому что... Я немножечко стопанулся в силе из-за того, что всех одновременно в Т3 перевел. Ну, по крайней мере, Оливер у меня ослабел очень сильно. Первая часть выглядит получше, видел вторую, какое-то коридорное душилово. Ну, вторую часть уже делали без участия студии Гибли, и это отразилось и на сюжете, и на... Ну, я сюжет так... В целом просто знаю там... Ну, те, кто играли в первую часть, от второй были не в восторге. Я знаю ровно только одного человека, который говорит, что вторая часть лучше первой. Некоторые... Возможно, один человек скажет, что вторая часть, ну, просто типа другая игра. Ну, извините, в первой части, вот, блин, стилистика и все прям на десяточку. Во второй части почему-то все как-то слишком все слишком серьезнее стало. Намного. Пропала какая-то... Давайте руби и жги попробую. Ага! Вау. Эстер.
Мне, кстати говоря, злоб павлин, по-моему, был. Возможно, его прошлый тир. То есть это улучшенная версия, я сейчас поймал. Что злоб павлинов, я помню. Тихо, хандрюк, запаль. Надутик. Вторую часть тоже вообще-то хочется так потыкать, но я почему-то уверен, что я от нее оплююсь. Я очень аккуратен в выборе того, что я играю, и прям как вторая часть Ни на Куни появилась, я прям сразу сказал, ну что-то как-то не то, я подозреваю, и те, кто... Что-то этот там бегает. Ты будешь сегодня сражаться, Тало? Своим. Надо у него отобрать все-таки этого вояку. Грибной пломбир. Нифига себе, что тут падает. Вообще тут моя вина еще в том, что вот пришлось так фармить. Хотя, блин. Нет, неправильно сформулировал. Я как бы уверен, что мне сейчас аукается то, что неправильный пул у Эстер в виде двух монстров, которые не предпочитаемы у нее, и у Свейна изначальный, он не предпочитаемый для него. Да, кстати, вот это подземелье на прошлом стриме пошел, и вот как раз-таки что-то пошло не так. Что-то. Что-то новый хрюнс. Так, давайте все-таки займемся этим. Я хочу реально посмотреть. Новохрунцы есть, железные алмазы и тени стекло есть, железные алмазы где мы можем найти? Давайте посмотрим, где мы сможем найти железные алмазы. Я только не вспомню сейчас, где брать. Это же не в алхимии прям. Железные алмазы. Да, в припасах, скорее всего. Наверняка где-то здесь. Железный алмаз. Невероятно прочный алмаз, который на поверку оказывается железным, вечно хранит тепло, выплывшую его огня. Буги-вуги, бряк-роботы, бармагупи и другие сундуки с сокровищами. Буги-вуги... Реакроботы Бармагупи. Буги-вуги, Мерикамон. Матоны. Так, чё-то я не догадался. Ох, а буги-вуги я тут буду искать очень долго. Отыгрыш? Что поделать?
Блин, мне надо было записать, я уже забыл, вот реально. Буги-вуги, бряк роботы, бармагуппи. Бармагуппи звучит как раз таки водяной. Самурайский петух. А где такие крылатые водятся? Ну-ка. Ареал неизвестно, вообще неизвестно, где они водятся. Совень. Окрестности бухты отверженных. Уже ни разу не видел. Какие-то еще роботы. Ну. Бряк робот, вот. Козлиный утес. Где этот козлиный утес? Ну это, да, к роботы. Чарик, спасибо, кстати. За запись. Так. Цветун. Ох, я помню, надо было найти на этой картинке всех механических. Я просто наугад. Потому что я не досчитывал где-то то ли одну, то ли две штуки не досчитал. Я их просто не мог даже после того, как я догадал, сколько их на этой картинке, и не мог их найти. Чё-то буги-вуги как-то не попадается. Драконы. Стоп, малый свистун это дракон? Ну, какой-то мелкий. Лоб дракон. Я приручил. Реал неизвестно. Ящерик. О, вот. Сплящер вообще. Смотрите. Офигенно, почти черный дракон. Все как я люблю. И тоже неизвестно, где живет. Я, походу, пропустил где-то буги-вуги. Вот буги-вуги. Зловонные топи. Я примерно представляю, где это. У Роборос, да, есть такой. Он в самой первой локации ходит. Демон, да? Ну, запомним, в принципе, это недалеко от того, где мы будем обитать по сюжету в ближайшее время. Уроборос. Уроборос, наверное, да, ты прав. Я неправильно ударение поставил. Просто чтоб поставить, расставить все точки над... И Уроборос. Не Уроборос. Я читаю обычно Уроборос, но правильно Уроборос. Бо. Ударение. Судя по Википедии. Я уже запутался, ладно. Такое бывает. Да, кстати говоря. Чё-то мне уже фармить немножечко падает. Постылило.
мне хоть одна лискат есть. Тучи голов. Буги вот. На самом деле очень много, я сейчас посмотрю. Приручено. Так. Хотя, я не знаю, зачем мне в казино сейчас идти. Вот в чем проблема. Может, все-таки через себя попытаться преодолеть это все? Четыре. Не, ну мне нравится здесь все-таки механики, вот реально игра простая механиками, но их такое приличное количество для такой игры. Она не перенасыщена ими, она не... Давайте сохранюсь, я что-то сохранится сама. Сейчас, потому что будут проблемы. А, ну это... Я написал, что... Я не буду идти по сюжету и сказал начать стрима, что я не буду идти по сюжету, поэтому не буду идти по сюжету. Только надо бы найти, где фармить что-то, потому что здесь это поднадоело. Дракоша, помогай. А, это еще и на каком-то этом? Я могу сейчас... я не могу сейчас посмотреть. Вот. Кстати, мне интересно. Вот здесь сколько я буду зарабатывать? Гуппи в разделе животных должен быть. А, сейчас посмотрю. Вот, наверное, животное. Звери, крылатые. Томатоны, букашки, драконы, демоны. Призраки, мистические феи. Мелочь. Да, это, скорее всего, звери. Там гуппи какой-то. Не, а. Ну. Этот портрет. Перед бараном что было? Баран. Тыкальщик, пряльщик. А, вот Бармагуппи, точно, вот он. Спасибо. Бармагуппи, блин. Называется «Замыленный глаз» под конец дня. Зимние острова. То есть мне очень много что надо по дальше по сюжету. Где все монстры на этом острове? И когда сюда первый раз приплыл по сюжету, здесь было монстров просто на квадратный сантиметр 20 штук. Давайте руби и жги. Зато быстро. Ну, хорошая
Изгнанница. Очень мало дают. Блин, скелет вообще, он напаться не хочет. Здесь что у нас? Нефритовый шарик. Конечно, телепортами пользоваться удобнее. Я просто сейчас не знаю, куда мне... Ага! То есть... Мне еще и надо будет ловить вот этот кораблик. Интересно. Сюжету. Блин, на самом деле, сколько здесь еще не пройденного, просто жесть. Джабер, Стабер, Стабер Воки, Джабер Гуппи. Ну, здесь очень сильно пытались адаптировать... Именно адаптировать, не... Сейчас, Стоп. Почему я не могу здесь высадиться? Слушайте, а давайте я попробую вот сюда сходить. А, где там книжка? Да что такое? Я все время не те кнопки нажимаю. Ой. То... Миллиары и существа. Как там было? Тыкальщик, Джабер, Пряльщик, Стабер, Стабер Вопики, Стабер Воки и Джабер Гуппи. Ну есть, да, Бармагуппи, Бармапыр. Интересно, чем руководствовались... В таком переводе. Но здесь вообще очень часто можно встретить несоответствие с английской версией, так скажем. И вообще, насколько я знаю, вот этот товарищ перед нами, он фея. На японском это девочка. Однако он озвучен мужиком, и в переводах в английском и на русском пишется, что это он. Он тоже себе говорит в мужском роде. Но в японском языке тут у него имя, по-моему, другое совершенно. Девочка с накуренным голосом, да. По-иному и не скажешь. Давайте попробуем чемпионат Селезии. И получится, и не получится. Вообще, у меня сейчас бабла-то полно, надо его куда-то слить. Закупиться чем-нибудь. Точнейшие жнецы. Их прошло... На прошлом стриме я побеждал, я не побеждал следующий. Я не сильно прокачался.
Выигрыш. А опыт дают за это, я не помню. И сейчас не дают. Сейчас там какие-то амазонки. А, корзинщицы. Отверженные красотки. Да. Я не думаю, что вода будет против них эффективна. На меня хил уже даже прошел, алло. Не, вот когда Оливер погибает, это уже все. Не, очень мощный дамаг проходит. Реально, здесь подкачка нужна. Здесь гораздо больше нужна прокачка. Вот как раз таки под 30-й здесь было бы нормально. С двашными зверушками бы я бы здесь обошелся, когда они у меня были 30-м. У вас никто там мапаться не собрался, а только ты, Чалмом. Знаете что, я хочу в казино. Мне пофигу. Я, кстати говоря, раз уж на то пошло дело, я тут жду некоторых вещей. Ага, вот. Окей. Обновляется, сейчас посмотрю. 3 гига. CD-10 падает от боев? Да, сдается мне, что оно падает от боев. Вот я проверял, то есть после боев оно уменьшается. Не знаю, уменьшается ли от времени. Отсюда сюда еще. Смотрим, что это. Нефритовые шарики. Кстати говоря, они нужны очень. Очень нужны. Ах, так. Обратно на тот остров. Качается обновление. Сохранюсь перед этим, потому что это казино. Не сохраняться перед казино себе дороже. Мне понравилась в прошлый раз вот эта игра просто. Полктун. Ни за что не обыграть меня. Наступать, конечно. Так. Что у нас? Блин. Обманем немножечко. Вот так. Блин, ну вот это мне, конечно, не нравится. Потому что эта штука, она выигрывает только против короля. Это что, караваны из Fallout?
Понятия не имею. Один три топора, да, именно так. Давайте. Не, я не... А, я выбираю, какой взвод должен победить. Мое мнение. Вот это давайте. Игрок ведет. Давайте начнем с того, что я против вот этой колоды пойду. Есть, король побеждает. Отлично. Ставочка увеличилась. Там он двойка. Вот комп здесь тупит. Он реально идет двойка против трех карт. Неужели он думает, что он это обыграет? Теперь довольно-таки тяжелый выбор. Давайте с этим посмотрим. Компьютер и фиговые колоды какие-то, видимо, для себя собирает. Так что это прибыльное здесь дело. Играть в это. Да, 900-ник нам мало. Увеличиваем ставки. У нас нету особых карт, это фигово. Так, так, так. На самом деле нет. Так и оставим. Вот так, наверное, перераспределим. Подскажите, победителя. Победителем будет вот этот. Мне не нравится то, что у него 4 карты есть. Одна карта. Давайте попробуем так. Проиграл. Она проиграл. Эта карта всегда проигрывает. Если... Но выигрывает, если против короля. Вот это вот такой опасненький ход был. Почему мне кажется, что там маг? Нет, там двойка. Почему компьютер так поступает? Непонятно. Не выиграно. Да. Можно мне мага? Блин, опять. Давайте вот так. Он прям загрится наверняка на одну карту. Ого. Вот и пошла. Стоит ли? Давайте потратим самую меньшую свою. Угу. Угу. Мне надо выиграть. Нет, я, естественно, пойду этим против двух. Он идиот! Что получилось? Он поставил мага вместе с королем. Маг меняет местами отряды, а король всегда выигрывает. То есть он сам сделал для меня победную. Только бы я проиграл, если бы я пошел бы первым.
Нет, я вот это заберу, пожалуй. Ну давай, давай. Выигрывай. Что-то как-то не очень хорошо получается. Давай теперь распределю. Так вот, слабенько как-то колода вышла. Можно первым. Игрок ведет. Ну, давайте. Блин, зачем я самую мощную против... Ах, против слабой пошел. По количеству слабой. А там ловушка какая-нибудь, да? Нет. Как же ты отвратительно играешь в этот компьютер. Господи, они его совершенно здесь не научили играть в это. Тьфу, ты пал. Я не хочу ставить двух епископов. Блин, вот это дерьмо. Да бесполезно. Пятерку. К епископам ставить кого-то — это бесполезняк полный. Слишком много говна. Попробуем. Победа. Угу. Сейчас выберет какого-нибудь епископа. Я не знаю, компьютер не умеет в это играть. Он реально не умеет. Так что это все равно, что конфету у ребенка воровать почти. Опять два епископа, вы. Ну, если мне так будет выпадать, я, естественно, продую. Не знаю, компьютер суицид совершает. Самый настоящий вред своему здоровью. Меня на Твиче, наверное, банить за это можно уже. Джокер. Так. Я проигрываю. Мне уже это не выиграть. Давайте попробуем все-таки пойти. А там король сейчас окажется. Не, у нее просто больше. Вся ставка моя улетает в трубу. Ну, два раза по два епископа — это просто... Спасибо, генератор. То есть компьютер не может победить меня по уму, он подсовывает мне дерьмовые карты.
О, Джокер, отлично вообще. А, Мак один не может стоять, да. Джокер, он же Мак. Фигово, на самом деле, если он еще первый выберет. Одинаковый, но... Вот если попадаются епископы, это сложно, потому что... Тебе надо угадывать, где король. Это хорошо сейчас разыгралось. Два раза поменялось. Так, первый выиграли. Ну, учитывая, что мы ставку 200 всего фишек делаем и можем это до 20 тысяч подводить. Игра, так скажем, выгодная. Да еще и компьютер так вот, реально на вид очень случайно определяет. Против какой партии играть? Скажите, победителя. Вот этого хочу. Ну, вообще, он даже не мухлюет. Наверняка там вот выигравшая. Ой, нет. Против короля? Серьезно? Я это выиграл. Лично. Сама себе. Но здесь точно не король. Вот, ну, я сомневаюсь. Ладно. Поймала. Так и теперь моя. Ой, да иди ты. Там второй король, да, спрятан? Нет. Блин, ну вот это фигово, то, что половина ставки улетела. Ага, особых нет вообще карт. Теперь угадывай. Мой первый ход. Давайте сыграю вот так. У него наверняка есть где-то короли всякие. Да. То есть ставки теперь мои. Вот это, кстати говоря, механика просто какая-то дикая. По поводу того, что если я выигрываю, у меня мало начисляется. Если она выигрывает, то она половину забирает. Что-то дико просто второй раз получается. Я, по идее, к четвертой компании уже вот по 20 тысяч как раз таки могло бы быть. За этих ополовиниваний. Хе-хе. Казино всегда в плюс же.
больше, да. Там большой вариант, что король может оказаться. Есть. Я ей просто подсунул проигрышную комбинацию с помощью мага. Ничья. Давай, выигрывай. Отлично. Да. Пробуем. Сначала тройку надо подсунуть. Менять особо не с кем. Блин, первый ходит. Так, не дурно. Вот знаете, он любит вот таких трех делать сразу скопище. Я проигрываю. Потому что у меня... Серьезно, у меня ставка сейчас вся погорит. Ну все, сейчас спан или пропал. Король, конечно же, король. Нет. А, все, и ставка горит. Ладно. Ну вообще что-то компания по-дурацки сделалась. Я бы уже давно куш забрал, если бы он где половинивался постоянно. Знаете, 20 тысяч заработали, в принципе. 18. В принципе, сюда зашел-то ради удовольствия, так скажем. Денег на зато уже стянник. Надо бы, наверное, попробовать. Полностью установ... Оу! Тут, конечно, веселенькая вещь. Давайте вот две медаль. А! Медаль никому. А, пусть будет одна медаль. Пофигу. Можно еще, знаете, вот это немножечко покрутить. Потому что почему бы и нет. Конечно, будет как в прошлый раз. Третья, она никогда... Первая, вторая отлично совмещается. Третья не идет. Прям настоящее казино. X3, да? Сколько? Сотка. Видите, третья вообще не идет. Никак просто, никак. Вообще вот просто. А, X1, замечательно.
Ну это такой себе на руки бандит, конечно. Видите, тройка в никуда просто. Да, мега режим X2, все. Ну, конечно, сколько тут... Тут три семерки, я не знаю, как можно вытащить. Тем более, это не очень прибыльно получится, потому что максимальная ставка 90. 90 на 200 умножьте, это будет 18 тысяч. Я 18 тысяч поднял... За три партии. У, однорукий бандит, да. И сейчас будет 14. Что-то быстро этот режим закончился. Не, ладно. Пойдем отсюда. Кстати, у меня сохраняются бонусы? Нет, не сохраняются. Привет, Кепка. Вызывайте медиков, у нас тут изи в казино. Есть такое. Не будем отрицать. Кстати говоря, я что-то еще не пробовал. Вот это блэкджек. А тут еще что-то у них есть. Что у вас тут еще есть? А, вот это. Давайте кросс-дубль попробуем. Это не совсем казино. Ой, блин, это обычная же трасса. Мне надо вторую было. Для тех, кто не понимает, левый стик Оливер, правый Эстер. Называется... Если упадешь, ставка проиграна. А, ну там внизу вон подсказка как бы намекает. Вторая трасса — это уже жопа. Давайте так вот потихоньку. Я, наверное, переключусь на некоторые... Знаете, в чем здесь подстава? Сейчас увидите. И просто не туда. Просто нужен второй человек. Ну, возможно. Ладно, там у меня обновилось. Говорил, что сегодняшний стрим будет по фарму. Здесь и долго не будет. Ни на куне. Так что с Нинакуни, наверное, все на сегодня. Сейчас будет Destiny новый сезон, посмотрим, что там. Там обещали новый PvP режим, но он вроде только по выходным, я так и не понял. Новый вообще очень много всякой новой всячины.
На самом деле очень фиговенько так. В JRPG не в час фармится. Я практически не поднялся в уровне. Ну вот я говорю, с этими обновлениями, насколько я помню, в покемонах хотя бы уровень оставался у эвольвнутых покемонов. Кстати говоря, где я? Поиграть, что ли? Знаете, я ее очень давно не включал. Очень. Какой-то кривой. Ладно. Эх. Ладно, так, я сохранился. А можно выйти? Во, да. Я путаюсь все время. Так, ну ладно, с этим у нас все. Запись. Какое же громкое главное меню, господи. Вот это портирование не очень хорошо. Ладно, на запись пока.